Добрый день, мои дорогие любители вязания. Сегодня я предлагаю вам разобрать вот такой вот узор. В первых видеокадрах вы видели кофту таким узором. Я где-то даже видела изделие, связанное не такими, а спицами, тоже такими ромбами. Смотрится хорошо. Ну, а мы сегодня с вами разберем вот этот узор. У нас с вами есть схема, у нас есть там выкройка, да, у нас с вами еще есть схема, где показаны скосы, как выполнять. Интересный узор. Мы с вами можем не только изделие, которое застегивается, мы можем с вами сделать его изделием, допустим, тем же свитер без застежки, да, мы можем с вами сделать, допустим, полосу вот такую, а полосу другого вида узор, или же даже здесь может быть вставлена какая-то материя, да, продумать. То есть мы с вами можем моделировать, экспериментировать. Ну а сам узор сейчас давайте разберем. Для узора, для начала, здесь вот показано на схеме, насколько я вижу, 18 воздушных петель, это считается раппорт. Для вот этого образца нам нужно набрать 50 воздушных петель. Этот образец у меня связан с шерстью. По толщине, качеству, знаю, что точно меринос, по толщине не знаю, это остаток. Вот так выглядит шерстяное изделие. Сейчас хочу сделать с хлопковой пряжи. Опять-таки не знаю ее все параметры, только вот она выглядит вот так. Вот крючок возьму, и в том, и в другом случае я возьму 2,25. Итак, для образца набираем с вами цепочку из 50 воздушных петель. Цепочку из 50 воздушных связали. Теперь я вяжу еще дополнительно 4 воздушных петли. Один, два, три, четыре. Теперь от крючка, не считая петлю, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. В седьмую петельку я делаю накид, захожу в эту петлю и вяжу 3 недовязанных столбика с одним накидом. Первый, второй и вот третий. И у нас показан столбик. Вот обратите внимание, видите, у нас как бы столбик вверху, еще такая как бы кружочек такой. Это говорит о том, что нам нужно с вами связать сначала вот 3 столбика, потом их соединить последним. Последней петлей. Затем 2 воздушных петельки, накид. На цепочке мы с вами отсчитываем 1, 2, заходим в третью и точно так же выполняем. 1, вот второй и третий столбик. Теперь мы их с вами провязали все столбики. И завершаем, провязываем 2 петли на крючке. Обращаем внимание, мы с вами вяжем 1, 2, 3, 4, 5 столбиков подряд. Через 2 воздушных и 2 на основании. Связали мы с вами вот 5 таких столбиков. Теперь по схеме у нас идет 17 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Я делаю накид. И опять-таки 2 петли пропустила на цепочке, зашла в третью. И вывязываем этот же столбик. Я придерживаю так, чтобы у нас с вами здесь ничего не сместилось. Видите, один столбик. Второй и вот третий.
и опять соединили сначала столбики, потом 2 петли. И получили вот такую большую петельку. Как вы видите, дальше мы с вами вяжем 1, 2, 3, 4, 5, 6. Опять петелька и 1, 2, 3, 4, 5. Заканчиваем столбиком с одним накидом через петельку. Провязываем. Итак, смотрите, вот что у нас получилось. 5 столбиков, петля из 17. 6 столбиков, петля из 17. 5 столбиков. И завершаем мы с вами. Одна воздушная петелька накид, одну петлю пропустили в последнюю столбик с одним накидом. Вот так. Вот мы с вами сделали начало. Следующий ряд. Вот мы с вами в этой точке, видите. Теперь должны сделать 3 воздушных. И вот в эту одну петельку, вот в эту должны связать такой же столбик. Далее 2 воздушных столбик в каждую из арочек. В итоге мы должны получить с вами 5 столбиков, последний. И вот потом, как показано на схеме, 8 воздушных петель. 8 воздушных петель в центральную петлю или под арку. Отметить центр, связать столбик без накида. 8 воздушных. Опускаемся и опять в каждую арку мы вяжем с вами столбики. Их у нас будет 5. 8 воздушных. Вот она, столбик. Опустились 8 воздушных. И 1, 2, 3, 4, 5 столбиков. Завершаем столбиком с одним накидом. 3 воздушных петли. 1, 2, 3. Я уже повернула вязание, накид под... А, вот тут у нас одна петелька. Мы вот в эту маленькую арочку вяжем наш столбик. Второй, третий. Соединили все столбики и 2 петельки. 2 воздушных, накид в эту арку, в эту и эту мы свяжем с вами. То есть в каждую арочку 1, 2, 3, 4 вяжем столбики, как только что связали. Итак, смотрим, мы с вами связали 1, 2, 3, 4, 5 столбиков. Дошли до большой арки. 8 воздушных петель. Ищем серединку нашей арки или высчитываем петлю центральную, да? Вот я сделаю так, равномерно распределила. Столбик без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Накид. И мы переходим с вами опять под арки и вывязываем наши столбики. Второй, третий. Соединили, закрепили. Вот так. И получается 1, 2, 3, 4, 5. Здесь мы с вами повторяем. И 1, 2, 3, 4. И вот пятый вот в эту маленькую арочку. Итак, смотрим. Вот что у нас уже получилось. 1, 2, 3, 4, 5. И сейчас я прям вот после этого столбика делаю накид, захожу как бы в третью петлю подъема и вывязываю столбик с одним накидом. Сейчас я сделаю просто под арку, потому что быстрее было. Вот так. Поворачиваем вязание. Один. Посмотрим схему. Вот у нас завершился второй ряд. Теперь мы вяжем 4 воздушных и под арку первый столбик, второй, третий, четвертый. 7 воздушных петель. И у нас получается 3 столбика без накида. Один у нас был с нижнего ряда, а в этом ряду мы с правой и с левой стороны от уже иснующего столбика свяжем еще по столбику. То есть сейчас я вяжу 4 воздушных, 2 3, 4, делаю накид, захожу под арку и мы вяжем наши как бы основные столбики. Из 3 недовязанных соединяем сначала столбики, затем 2 оставшиеся петли. Через 2 воздушных повторяем. Итак, давайте посмотрим. 1, 2, 3, 4 столбика. 7 воздушных петель. Вот мы дошли с вами до наших больших арок.
один столбик. Я захожу, вяжу столбик с одной стороны нашего готового столбика, затем вершину самого столбика, затем следующую арку ближе к самому столбику. У нас мы получили с вами 3 столбика. Я не сразу получила. Мы получили с вами 3 столбика без накида. Далее 7 воздушных, 2, 3, 4, 5, 6, 7 накид. И переходим на наши столбики. В этом случае, в этом ряду у нас должно получиться 1, 2, 3, 4 столбика. Далее 7 воздушных, 3 столбика без накида. И 1, 2, 3, 4 столбика идут с этой стороны. Так довязываем. Итак, смотрим. 1, 2, 3, 4. Теперь мы делаем одну воздушную петельку накид. И вот здесь у нас был столбик, вершину его. Вяжем столбик с одним накидом. С этой стороны мы с вами делали 4 воздушных, да? А с этой стороны 1 воздушная и столбик. Вот что уже с вами выходит. Теперь повернули вязание. 1, 2, 3. Накид. И вот в этот столбик мы с вами вывязываем наш, ну, как бы столбик, участвующий в этой схеме. Давайте посмотрим. Вот смотрите, мы с вами начали 4-й ряд. 3 воздушных, столбик 1, 2, 3, 4. Теперь вот у нас идет петли подъема. Если мы посмотрим, то здесь у нас идет вот 1, 2, 3, вот 6 воздушных. И мы должны опять добавить с одной и с другой стороны по столбику без накида. И далее 1, 2, 3, вот 4 ряд. В 4 ряду у нас здесь должно быть 3 столбика, а по краям 4 столбика, как вы видите. То есть вот первый, второй, третий, четвертый. Затем мы с вами вывязываем вот этот паучок. И 1, 2, 3 столбика по центру. Ну и далее повторяем. Сейчас дойдем до паучка. Итак, мы с вами связали вот наши 4 столбика. Теперь 6 воздушных. 1, 2, 3, 4, 5, 6. И увеличиваем количество столбиков без накида. Мы заходим под первую арку, ближе к самим столбикам. Теперь у нас идут подряд 3 столбика. Первый, второй и третий. И столбик у нас идет под арку. В итоге получили 5. Далее 6 воздушных. И переходим на столбики с одной вершины. Выполняем следующий паучок и идем до этого края. Итак, смотрим. Мы с вами завершили. У нас 1, 2, 3, 4. Четвертый мы связали в арочку из одной воздушной и связали столбик с одним накидом. Теперь давайте посмотрим. Вот у нас первый, второй, третий, четвертый ряд. Вот он у нас. Мы его закончили. Теперь у нас идет следующий, пятый ряд. 4 воздушных. У нас получается 3 столбика через 2 воздушных петельки. Здесь у нас с вами 5 петель воздушных. И мы опять с вами с одной и с другой стороны добавляем по столбику без накида. Движемся к центральной пирамидке нашей. Здесь у нас будет 2 столбика. Затем опять 5 воздушных и выполняем паучок. Поэтому сейчас мы с вами повернули вязание, вяжем 1, 2, 3, вот 4 накид и первый, второй, третий столбик. Итак, смотрим. 3 столбика мы с вами связали, 5 воздушных петель и добавляем с одной стороны под арку ближе к самим столбикам. Это будет первый, далее второй, вот он, третий, четвертый, пятый, вот он, шестой, и седьмой столбик идет под арку. Далее 5 воздушных, и у нас по центру будет
2 столбика с одной вершины. Далее опять повторяем паучок и идем. Итак, смотрите, мы с вами связали. Здесь у нас с вами уже 1, 2, 3, 4, 7. По краям у нас по 3, здесь 2. Теперь мы с вами повернем вязание и вот в эту маленькую арочку столбик, столбик, столбик. То есть у нас их будет 3. 5 воздушных, и мы добавим еще с одной и с другой стороны по столбику. Это у нас будет уже их 9. Через 5 воздушных между двумя этими сделаем столбик. Ну и далее идет повторение. Как бы показывать, как это выполняется, не знаю, насколько это нужно, но давайте сделаем 3 воздушных, накид, и вот сюда у нас идет первый столбик. Из 3 недовязанных с одним накидом. Закрываем сначала столбики, а потом еще 2 петли. 2 воздушных и выполняем еще 2 таких столбика. Или мы с вами вот наши 3 столбика, 5 воздушных петель. Ну и, конечно, продолжаем увеличивать количество. Это последний ряд у нас, в котором увеличиваем количество столбиков без накида. Это второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой, вот он восьмой, и девятый идет под арку. Следующий ряд мы будем с вами уменьшать количество столбиков. 5 воздушных, 2, 3, 4, 5. И по центру у нас идет 1 столбик. Итак, смотрим. Мы с вами дошли и связали в третью петельку последний столбик с одним накидом. Вот в итоге, как бы, это половинка нашего узора, да, мы дошли. Теперь у нас идет будет другая. Мы будем с вами в обратном порядке добавлять наши столбики. Давайте посмотрим схему. Вот наша схема. Мы с вами завершили. Вот он, самое большое количество столбиков без накида. Вот он, раз, два, три. Вот он, столбик. Вот он наш столбик. Мы теперь должны подняться 4 столбика, 4 воздушных, связать под арку 2 столбика, а третий столбик идет именно под арку, которая у нас шла к столбикам без накида. Вот мы именно под нее, видите, делаем. Затем 5 воздушных и уменьшаем на с одной и другой стороны по столбику без накида. 5 воздушных и выполняем с вами, смотрите, это мы с вами сейчас вот здесь, там где один столбик, с одной стороны на арке 2 воздушных и с другой стороны на арке мы вывязываем с вами столбики с одной вершины. То есть далее мы теперь, как посмотреть по схеме, идет добавление в каждом ряду именно в той арке, которые использовали идущие к нашему жучку. В итоге получаем вот такие вот пышные пирамидки. Не знаю, насколько нужно это показывать, но в любом случае первый ряд мы точно с вами свяжем, потому что нам нужны арочки, вот, вернее, столбики вот под эти арки. Сейчас повернула вязание, 4 воздушных, 1, 2, 3, 4, накид. Вяжем первый столбик. Первый столбик получили, второй. Нам нужно с вами 3. 2 воздушных, накид. И вот наша арка, которая шла к жучкам. Поэтому я ближе к столбику. Можно попадать в одну петельку, как мы с вами делали в первом ряду. Первый недовязанный, второй недовязанный, третий недовязанный. Соединили, закрепили. 1, 2, 3, 4. 5, 1 пропустили, зашли во второй столбик, 1, 2,
3, 4, 5, 6. И вот последний, седьмой столбик. Один мы с вами, получается, не довязываем в этом нашем центральном жучке. 1, 2, 3, 4, 5. Накид. Помним о том, что у нас идет столбик под эту арку. Первый, второй, третий. Соединили столбики, затем 2 петли, 2 воздушных, накид. И опять, это у нас с вами как бы переходной к зеркальному, да, выполнению нашего узора. Связали 2 столбика, 5 воздушных, 1, 2, 3, 4, 5. Теперь мы с вами пропустили 1, зашли в следующий и выполнили 7 столбиков без накида. Далее перешли сюда. Здесь столбик, столбик, столбик. И через одну, то есть повторяем вот этот вариант. Как бы со схемой мы с вами, вам будет просто дальше вязать, то есть потому что я откомментировала основные моменты. И в итоге мы получаем вот такой узор. По поводу пряжи. Да, хлопок смотрится не так, как шерстяной, допустим, потому что именно шерстяная нитка, повторюсь, это 100% меринос, не вспушенный, обычный, в 100 граммах 380, как бы вот так мне приходит на память, смотрится он намного лучше. Вот, пожалуй, и все, что я сегодня вам хотела показать и рассказать. На этом моменте с вами прощаюсь. Понравилось? Ставьте лайки, подписывайтесь. Вам же творческих успехов и до скорых встреч!